Добрый день. Продолжим наше занятие логикой. И продолжим тему, которую мы начали на прошлом уроке. Нас будет интересовать решение уравнений. Если на прошлом уроке мы говорили о том, как искать корни одного уравнения, то в этом уроке нас будет интересовать нахождение корней системы уравнений. Ну, поговорим о том, что такое система уравнений, что значит решить систему уравнений, что значит найти корни системы уравнений. Значит, если у нас есть одно уравнение с несколькими неизвестными, xn, и в каноническом виде вот оно равно некоторой константе, в логическом случае мы пишем обычно единицу. Ну вот если это рассматривать как вещественную функцию, то я уже говорил, что в такой постановке задача не имеет особого смысла, поскольку корней, как правило, бесчисленно много. А для логического уравнения такая постановка имеет смысл, поскольку можно находить те наборы, в которых функция принимает значение 1. Этих наборов конечное число. Но можно рассматривать систему таких уравнений. Fk x1, x2, xn. Систему нескольких уравнений с n неизвестными. Ну вот, будем считать, что всюду единицы. Для вещественного случая k обычно равно n. То есть мы находим, ищем решение системы n уравнений с n неизвестными. Для случая логических систем k может не равняться n. Не обязательно, что k равняется n. Мы понимаем, что k может быть единицей, это тоже имеет смысл. K может быть равно n, K может быть больше, чем n. Что означает найти решение системы вот K уравнений с n неизвестными в логическом случае? Это означает, что надо найти такой набор или такие наборы, если мы ищем все корни, такой набор или такие наборы переменных x1, x2, xn, что на этом наборе все наши функции принимают значение единиц. То есть все функции становятся истинными. Значит, решением является такой набор, на котором все f(i)-ты становятся истинными. Но отсюда незамедлительно следует такой важный факт, что систему уравнений можно свести к одному уравнению. То есть вместо системы можно рассматривать одно уравнение с n неизвестными. Фи от x1, x2, xn равно единице. Что это за функция фи? Функция фи от x1, xn есть конъюнкция функции f. f1 от x1, xn и f2 от x и так далее и fk от x1, xn. Ну, почему это так? Это так из фундаментального свойства конъюнкции. Конъюнкция истинна тогда и только тогда, когда истинны все ее компоненты. Все ее компоненты. То есть, и с другой стороны, если компоненты истинны, то истинна и конъюнкция. Если конъюнкция истинна, то истинны и все ее компоненты. Поэтому вот одно уравнение звездочка эквивалентно нашей системе уравнений. Таким образом, задачу решения системы уравнений можно свести к уже известной нам задаче
решение нахождения корней одного уравнения с n неизвестными. И мы говорили о том, что для этого достаточно построить таблицу истинности, ну, в данном случае для функции φ, вот, которая является для такой более сложной формулы, и найти те наборы, на которых функция становится, превращается в истину. Справедливо, на самом деле, и обратно. Если у вас есть одно уравнение, и в нем есть конъюнкции, то вы можете вместо одного уравнения решать систему уравнений. Решать систему уравнений. Какие сложности возникают на этом пути? Это, казалось бы, технические сложности, но, тем не менее, они на самом деле не позволяют нам уметь решать эту задачу в общем случае. Дело в том, что вот я говорил, что чтобы найти корни, достаточно построить таблицу истинности. И это справедливо, достаточно. Но, когда n велико, строить таблицу истинности довольно трудно. Если число переменных вот где-то меньше либо равно 5, то с этой задачей человек может более или менее легко справиться. При n равно 5 вот, таблица истинности будет иметь 2 в пятой степени, это 32 строчки. Уже когда их там 60, сотни, 200 или 1000, для человека эта задача становится практически невозможной или крайне утомительной. И что можно сделать в этом случае? Когда человек умеет решать задачу, но это требует долгого времени. Единственный выход или естественный выход в нынешнем мире состоит в том, чтобы написать программу для компьютера. Коль скоро мы умеем решать задачу, то мы можем написать и программу, которая будет решать эту задачу. И тогда компьютер достаточно просто справится с решением этой задачи. Вот у меня написана такая программа, я умею решать систему уравнений, в которых число переменных там 10, 20, 30, 40. 40 я, пожалуй, уже нет. Дело в том, что, как ни странно, компьютер тоже имеет ограничения. Компьютер тоже имеет ограничения. И я говорил, что вот таблица истинности имеет 2 в степени n строк, и 2 в степени n – это экспонента, поэтому и 2 в 40 степени – это очень большое число. Настолько большое, что современные компьютеры, которые там миллионы операций в секунду умеют выполнять, уже при n равном 40 они начнут надолго задумываться, и никакой компьютер не справится с задачей, когда n, скажем, равно больше 80, там, ну, скажем, 90. Ни один суперкомпьютер с этой задачей уже справиться не может. Не может. Поэтому n накладывает ограничения на том, что реально может быть посчитано, а что не может быть посчитано. Какие же бывают выходы? Дело в том, что если вернуться к уравнениям с вещественными функциями, то там тоже нет способа нахождения решений, систем уравнений. Простого такого способа нет. Ну, вот все школьники умеют решать задачу там нахождение корней квадратного уравнения. Ах квадрат плюс bx плюс c равняется нулю. Вот могут найти корни квадратного уравнения. Некоторые школьники умеют решать кубическое уравнение. А вот уравнение четвертой степени уже нет формул. Задача неразрешима вот в алгебраических операциях. Нельзя выразить корни через коэффициенты
через коэффициенты уравнений. Но иногда уравнение там четвертой степени можно представить как биквадратное уравнение, свести его к квадратному уравнению. То есть есть для некоторых уравнений есть частные приемы, которые позволяют справиться с большой задачей. Большой задачей. И школьный курс вот, решения системы уравнений, он очень часто направлен на то, чтобы уметь решать некоторые частные задачи, некоторые частные случаи. Так и для систем логических уравнений есть частные случаи таких систем, которые допускают решение даже тогда, когда n достаточно велико. И вот это полезная практика, и хотя она не носит общий характер, но крайне полезно уметь решать некоторые частные случаи. И вот на нашем уроке мы этим и будем заниматься, рассматривать системы, которые допускают такой разумный способ решения. Заодно крайне важно вот, понять, как можно задавать функцию с помощью в таком графическом виде, с помощью деревьев решений. То есть мы вот покажем, мы будем применять прием построения деревьев решений. Некоторый графический аналог таблицы истинности, отличающийся тем, что дерево решений содержит, если таблица истинности содержит все наборы, то дерево решений будет содержать только те наборы, на которых функция принимает истины. И поэтому оно немножко короче, и его полезно и интересно тоже уметь встроить. И я покажу, как это делается на некоторых частных примерах. Давайте рассмотрим следующую систему двух уравнений с 10 неизвестными. Вот какая это система уравнений. Вот какая это система уравнений. Х1 влечет х2, и х2 влечет х3, и х3 влечет х4, и х4 влечет х5. И вот равно единице, первое наше уравнение. Второе уравнение аналогично, только оно относительно переменных y. y1 влечет y2, и y2 влечет y3, и y3 влечет y4, и y5, 4 влечет y5. Ну и вот равно единице. Вот такая вот система уравнений. Ну, давайте заметим, что, во-первых, я могу вместо двух уравнений написать одно уравнение. Вот взять здесь конъюнкцию, и первое уравнение, второе уравнение взять конъюнкцию и написать, что равно единице. И это будет решить вот такое уравнение, вот с такой более длинной конъюнкцией из 10 составляющих. Это будет эквивалентно решению нашего уравнения. А с другой стороны, я могу вместо двух уравнений выписать 10 уравнений. И на самом-то деле, вот для меня это будет в данном случае даже более полезно. То есть вот выписать, что надо решить систему из 10 уравнений, f1, f10. Первое уравнение x1 влечет x2, второе уравнение равно единице. Равно единице.
второе уравнение x2 влечет x3 равно единице, ну и так далее. Последнее уравнение y4 влечет y5 равно единице. Вот можно из двух уравнений выписать систему из 10 уравнений. Ну вот, что мы в результате добились. Вот уравнения стали очень простыми. Уравнения стали очень простыми. Это обычная импликация, хорошо знакомая нам операция. Вот импликацию школьники обычно не очень хорошо знают, хуже, чем конъюнкцию и дизъюнкцию. А крайне важная операция, как в обычной логике, это операция «если то», операция следования, так и в математической логике. Импликация считается ложной в одном и только в одном из четырех случаев. Если посылка истина, это истина, а заключение ложно, вот тогда импликация равна, вот значение этой функции есть ноль, ложь. А во всех остальных случаях она истинна. То есть, если посылка ложна, то импликация считается истинной. Само, когда ложь влечет все, что угодно. Поэтому вот это особенность этой операции. Таким образом, в трех из четырех случаев импликация имеет значение 1. И только в одном случае она имеет значение 0. Вот как вместо того, чтобы строить таблицу истинности, я построю дерево решений для вот этого уравнения. И если в таблице истинности мы выписываем переменные в строчку, то теперь мы переменные будем выписывать в столбец x1, x2, x3, x4 и x5. И мы понимаем, что переменная x1 может принимать два значения. Она может иметь значение единицу и иметь значение 0. Возможные значения. Теперь мы рассмотрим, что, какие значения возможны, может принимать переменная x2, если мы хотим, чтобы f1 было истинно. Если x1 истинно, то для того, чтобы f1 было истинно, x2 может иметь только одно значение – единица. Единица. Потому что если бы x2 было 0, то тогда импликация была бы ложна, и f1 было бы ложно, а мы хотим, чтобы f1 равнялась единице. То есть на этой ветви, вот если x1 единица, то и x2 единица. А когда x1 равняется нулю, то дальше могут быть две ветви появляться. 1 и 0. Вот это графическое дерево решений вот этого нашего уравнения. В нем три ветви. Это те ветви, на которых наша функция принимает значение единиц. То есть на наборе 1,1, на наборе 0,1 и на наборе 0,0. На этих наборах, на этих трех наборах, наша функция f1 имеет значение единиц. Теперь мы будем двигаться дальше. Прицеплять следующее уравнение и прицеплять следующую переменную. Мы теперь хотим добиться того, чтобы и f2 было истинно. Но вот что происходит на этой ветви? Когда x1 единица и x2 единица, то чтобы f2 было истинно, x3 может иметь только значение единиц. Поскольку x2 единица, а у нас импликация x2 влечет x3, то x3 на этой ветви единиц. А вот когда у нас 0, то идет разветвление. Появляются две веточки – 1 и 0. Таким образом, вот если брать систему из этих двух уравнений, то решение становится 4. Ну и вот специфика этой системы в том, поскольку все уравнения имеют одинаковую структуру, что мы понимаем, каждое новое уравнение добавляет новое решение.
новое решение. И мы понимаем, какова структура этого решения. Одно решение состоит из всех единиц, другое решение состоит из одного нуля, а потом идут все единицы. Следующее решение – два нуля и все единицы, там три нуля и все единицы. И мы можем, каково бы ни было, вот в данном случае их пять, но понятно нам структура вот этого дерева решений, понятно при любом числе вот этих составляющих, при любом числе этих составляющих. Вот это уравнение, в котором не пять переменных, а k переменных, имеет, вот если две переменных, то решений 3, а если k переменных, то решение будет k плюс 1. Вот так строится вот это дерево решений. Вот так строится это дерево решений. Значит, вот эти веточки всюду продолжаются единички, единички, единички. Ну, много я их тут нарисовал. 5 должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. 5, вот как-то так. Ну и так далее. Вот веточки с единицами продолжаются с единицами. Веточка 0 дает всегда 2 веточки. Происходит разветвление. Так что, таким образом, вот первое уравнение имеет 6 решений. 6 решений. Если взять следующее уравнение, то оно имеет точно такую же структуру и точно так же. Вот есть, вот можно построить вот такое дерево решений уже для игреков. Y1, там 1, 0, 1, 0, 1, ну и так далее. Ну и понятно, теперь, когда мы это объединяем, то поскольку x и y независимы, то каждое решение с x может быть скомбинировано с каждым решением из y. Значит, их 6 здесь и 6 здесь – общее число решений. Число решений вот этой системы. Число решений – 36. Вот мы не строили всю таблицу истинности, мы построили дерево решений. Оно имеет вполне понятную такую структуру, которую легко можно распространять на любое число переменных. И наша задача вот, имеет вот столько-то решений 36, и нам все они известны. Все они нам известны. Все они нам известны, вот это дерево решений показывает, каковы будут эти корни. Так что вот в этом частном случае задача решается достаточно просто. Давайте я немножко усложню эту задачу, вот чуть модифицирую ее. В нашем примере x и y независимы. Давайте добавлю еще одно уравнение. Я добавлю еще одно уравнение, который как-то будет связывать некоторые переменные x с y. Вот, скажем, добавим еще одно уравнение в нашу систему. x1 влечет y1. Что тогда произойдет с нашей системой? Что тогда произойдет с нашей системой? Ну, вот для первого уравнения это понятно, для второго уравнения понятно. Вот для третьего уравнения, вот, мы понимаем, что веточка, на которой x1 равняется единице, она одна. Это вот такая вот веточка, только на одной веточке x1 равняется единице. Так что если x1 равняется единице, то тогда и y1 должно равняться единице. И здесь одна такая веточка, на которой y1 равняется единице. Значит, таким образом, вот эта веточка, чтобы было решение, надо, чтобы вот эта веточка объединялась с вот этой веточкой. И это даст нам одно решение. Ежели x1 равняется нулю, то таких веточек, на котором x1 равняется нулю, их много. Их 5 штук.
И когда x1 равняется нулю, то y1 может быть любое. Поэтому вот эти 5 штук вот этих веточек могут объединяться с любой из 6 веточек для решения для y. Значит, поэтому плюс одно решение – это 1,1, плюс 5 умноженное на 6. Итого получается 31 решение. 31 решение. Так что вот эта система будет иметь 31 решение. Ну вот в качестве упражнения посчитайте сами, что будет происходить, ну, скажем, если добавить еще какие-нибудь. Ну, например, x1 влечет y1, x2 влечет y2, ну и так далее, x5 влечет y5. Посчитайте, что будет в этом случае. Сколько решений и каковы будут решения в этом случае. Значит, вот такой вот подход с построением дерева решений. Давайте рассмотрим еще несколько интересных примеров. Вот такой вот примерчик, чтобы понять, какими приемами мы можем пользоваться, когда решаем системы уравнений. Вот такая вот система. Не x1 или x2 и x3 и не x3 или x4 и не x4 или x5 и не x5, или x1 равно единице. Ну, заметим, что записано одно уравнение, но поскольку здесь есть вот конъюнкции, то я могу написать это 5 уравнений. Но в данном случае я буду использовать какой-то вот немножко другой вот прием. Вот очень часто полезно, прежде чем заниматься построением дерева решений, заняться эквивалентными преобразованиями. И вот крайне важная эквивалентность состоит в том, что вот А влечет Б, импликация, она тождественна не А, давайте отрицание буду писать через, как здесь я пишу, через восклицательный знак, не А или Б. Так что вот эта штука означает, что x1 влечет x2. Я перейду к операциям. И x2 влечет, скобки надо ставить, и x2 влечет x3. И x3 влечет x4. Сотру это пока. И x4 влечет x5, и x5 влечет x1. Я перешел к импликации. А теперь заметьте, что у нас импликации
идут по циклу. Х1 влечет Х2, 3, 4, 5, опять влечет Х1. Опять-таки, вот надо помнить, что если А влечет Б и Б влечет А, то это означает, что А тождественно Б. А тождественно Б. Вот в логике, когда надо доказать тождественность двух вещей, то очень часто доказывают, что из А следует Б, а из Б следует А. Тогда А и Б тождественны. Это же верно и для длинных циклов. Поэтому на самом-то деле эту штуку можно свести к тождеству. Х1 тождественно Х2, тождественно Х3, тождественно Х4, тождественно Х5. Таким образом, мы вместо вот этого страшного уравнения пришли к уравнению с тождествами. А уравнение с тождествами совершенно понятно, что оно имеет только два решения. Решение 2. Решение 2. Это когда все x1 равно x2 равно x3 равно x4 равно x5, когда все они равны единице, или когда все они равны нулю. Вот наша система имеет два решения. Имеет два решения. Так что вот еще один полезный прием – это эквивалентные преобразования, которые позволяют свести исходную задачу к более простой и понятной задаче. Вот в тексте, который будет прилагаться к записи этой лекции, я рассматриваю и некоторые другие примеры, которые вот, значит, вы сможете посмотреть и самостоятельно уже их проанализировать. А на этом этот урок мы закончим. Спасибо за внимание.